светлой памяти схиигумени Марии Магдалины Дохтаровой посвящаю. Как добр и светел взгляд, лишь чистота души, любила помолиться ты в тиши. Подвижница схиигумени Мария Магдалина, ты веры луч земле болгарской подарила. Необычайною ее была судьба. Семье благочестивой девочка росла. Из Киева происходила родом. И с юных лет душой взывала к Богу. Спав на полу, была воздержана в еде, не позволяя лишнего себе. Училась на филолога в Москве, трудилась медсестричкой на войне. Жизнь посвятить решила Богу, прокладывая путь к его чертогу. Однажды, сев на пароход Афон, в Италии сошла, где жизнь была как сон. Путь странницы лежал через Париж, порою слезы капали, как дождь с высоких крыш. А пламя веры больше разгоралось, ее сердечко юного касалось. Предрек ей старец жизнь в монастыре. Пешком шла по трясине, по воде. Желание было Господу служить, невестою Христовой ему быть. Молитва от бесовских чар спасала, девица Божье имя призывала. А в Черногории жила в пещере и закалялась, укрепляясь в вере. Нашла свое духовное призвание в монастырях Румынии, Югославии, Албании. Претерпевала зависть и гонения, с игуменьею недоразумение. Но седовласый старец вразумлял и от людей терпеть благословлял. По ложному доносу был арест. Подвижница несла нелегкий крест. Монастыря игуменью стала, и время людям послужить настало. Всегда она к себе была сурова. Спать на полу и хлеба не вкушать была готова. Отзывчивой была и доброй к людям, и милосердной к детским судьбам. Войну пережила большие скорби. Людей голодных матушка кормила сотни. Сестер и чад своих любила, о их спасении Господа молила. Не отреклась и помнила Россию. Молила за нее она Мессию. От родины своей не отказалась. В скиту болгарском вскоре оказалась. Была талантлива, начитана, умна. Любила всех, с душою ангельской жила. Благодарила Господа и не скорбела. Дар прозорливости она имела. Великий пост страдала и болела. Жизнь старицы на волоске висела. В последние часы к Христу взывала. Любовью всех своею согревала. Оставив оболочку тела тесную, к Творцу взлетела. Царствие небесное. Поныне жив и здравствует ее духовный сын, Болгарской православной церкви митрополит Гавриил. О дивной матушке он книги написал, чтоб знали о ней люди, луч памяти, чтоб никогда не угасал.